Жил-был пацан, был он хорошим и никого не обижал, жил по правилам жизни и не выходил за грань дозволенного. Жил-был плохой пацан, и был он злым бандитом, много народу он положил и считал, что ебет систему. Судьба свела их вместе, и плохой пацан убил хорошего, кровь, мясо, кишки, зло. Восторжествовала печалька. Бандита повязали мусору и дали ему пизда, он сказал: «Я хочу, чтоб мусоры сосали». Хуй. А хороший пацан хотел быть наркоманом, чтобы цеплять телачек и выебываться, что он наркоман. Прошли годы, хороший пацан поселился в могиле и жил там, заебися, плохого пацана мучила совесть за судебное преступление. Плохой пацан пришел извиниться за свою ошибку, он осознал, что поступил неправильно и очень сожалел о сделанном. Вдруг из земли вылезли руки, плохой пацан с охуевшим выражением лица сказал: «Ебать, ты жив». Хороший пацан перешел на сторону зла и убил плохого, пырнув ножом в бочину. Хороший пацан стал плохим, совершив убийство, он опустился до уровня животного. Теперь наш герой стал отрицательным персонажем, а следовательно, он испортил наше мнение о нем. Вывод истории такой: ни в коем случае нельзя убивать людей, даже если они убили тебя, это есть аморально и низко, лучше просто выпить по пиву и поржать.